Владимир Анатольевич Щербак по итогам матча с «Зенитом». Владимир Анатольевич, честно говоря, долго думали над вопросами, пока только один. Вот что это было, по вашему мнению? Ну, у меня такой же вопрос, и ответа пока нет. В поле была сегодня одна команда, но ощущение такое, что это был «Зенит» первый, который играет в РПЛ. У нас абсолютно ничего не получилось. При этом Чертановы старались вроде бы атаковать, и были какие-то моменты и удары, но при этом у «Зенита», ну, залетело практически все, что есть. Можно и об этом тоже говорить? Да нет, ну, команда «Зенит» сегодня была сильнее. В чем все, что залетело? Игры бывают разные. Бывает, что и пропускаются голы на первые минуты, на первые секунды. Но при этом нужно уметь держать удар. Не сказал бы, что был плохой второй тайм, но окончательно провалились в втором тайме. Поэтому сложно что-то комментировать. Надо смотреть, разбираться и работать. По стартовому составу, может быть, какие-то сейчас бы по итогам уже внесли изменения? Ну, у нас небольшой выбор. У нас к этой теме разговора появились перед стартом чемпионата вопросы в плане того, что выбили ребят по травмам. Это да. Потому что наигрывалось немножко другое, и ребята очень хорошо выглядели, но, к сожалению, у нас 2-3 человека, которые играют в старт, они выбрали. Никаких оправданий быть не может. Из того, что можно сказать, вы уже побывали в раздевалке с футболистами. Ваши первые слова им были какие? Мои первые слова, без истерик, абсолютно спокойно, были очень простыми. То, что сегодня происходило на поле на футболе, но ничего общего футбола не абсолютно. И ребятам я не могу и не буду никогда обвинять ни в чем ребят. Вот. Они сами сидят, понимают, что произошло что-то тут. Но, наверное, зафиксировать надо то, что лучше проиграть один раз 8-0, чем 8 раз по 1. Классическая фраза. Вот. Но то, что эти ребята могут играть в футбол, хороший футбол, я уверен, более чем. Это хорошие футболисты. Дай Бог, что эта история, которая произошла с нами, она нам даст, ну, так сказать, толчок. Это раз, и чему-то нас научит. А мы уже должны сделать какие-то выводы, разобрать профессионально и двигаться дальше. Но это, еще раз повторяюсь, это одаренные, хорошие ребята, которые в будущем очень громко о себе могут заявить.